Тем временем спасателям в итальянской области Абруццо удалось достать из-под завалов погребенного под лавиной отеля еще 4 человек. Это 2 мужчин и 2 женщины. Они были в группе, которая во время лавины укрылась в подвале и смогла выйти на связь с экстренными службами. Еще одного мужчину сейчас пытаются поднять наверх. Сообщается, что он серьезно ранен. Кроме того, как пишут итальянские издания, в ходе поисковой операции удалось услышать голоса еще как минимум 5 выживших. Сейчас специалисты пытаются установить их точное местоположение. Всего на данный момент спасены 10 человек, 4 погибли. Еще около 20 числятся пропавшими без вести.